Приветствую вас, дорогие друзья! В сегодняшнем видеоуроке я вам покажу и расскажу, где скачать Adobe Photoshop CS 6 и как его установить. Для начала мы его скачаем. Переходим на сайт. Ссылку я оставлю в описании видео. Для того, чтобы скачать, вам нужно зарегистрироваться или авторизоваться. Нужно просто иметь обычный аккаунт на Yukaze. Далее, после того, как вы авторизовались или зарегистрировались, у вас появится кнопочка «Скачать». Вы его скачиваете, вас перебрасывают на хостинг Яндекс.Народ, нажимаете «Скачать», вы скачаете торрент файл. Он у меня на рабочем столе. После того, как вы его скачали, у вас появится вот такой установщик, вы его запускаете. Ну а всякие пожарные, отключите антивирусник. Может ругаться, но у меня нот 32 и он не ругается. Итак, выбираем язык русский. Ждем, пока установка расчехлится. Так, нажимаем далее. Выбираем, куда вы будете устанавливать свой Photoshop. У меня он на диске C будет. Далее. Далее. Тут обязательно не убираем вот эту галочку. Эту можете убирать. Ну, эти тоже на ваше усмотрение. Далее. Установка. Ждем, пока он установится. Он устанавливается очень быстро. Ждем, пока она установит все необходимые компоненты на ваш компьютер. Вот он практически уже установил. И все, практически завершить. У вас на рабочем столе появится вот такой ярлычок. Мы его запускаем. Посмотрим, работает ли этот Photoshop. Ждем запуска. Предварительно, как делать видеоурок, я устанавливал этот Photoshop, и он полностью рабочий, запустился. Дальше вы можете уже работать. На этом я хочу завершить свой видеоурок. Подписывайтесь на канал, ставьте пальцы вверх. Всего хорошего.